Уже много лет свой профессиональный праздник кандалакшские блюстители порядка начинают с общего сбора возле памятного знака. Прежде чем принимать поздравления, награды и благодарности, они вспоминают своих предшественников. Тех, кто служил своей родине и своим гражданам, честно, смело и самоотверженно. Тех, кто погиб, защищая покой и порядок, защищая Отечество. Это был живой пример, как надо исполнять конституционный долг, как быть верным присяге. И вот эти традиции мужества, стойкости, самоотверженности, они были переданы нам. И мы думаем, что вот сегодняшний день мы обязаны передать вот эти все устоявшиеся традиции нашим младшим поколениям, молодым сотрудникам, которые сегодня приходят на службу в полицию. Сотрудники полиции также возложили цветы к памятной табличке, посвященной погибшему при исполнении своего служебного долга Павлу Пронину, именем которого названа одна из центральных улиц Кандалакши. И недаром в известной песне поется о том, насколько их служба трудна и опасна. Вечером свой профессиональный праздник кому-то из стражей правопорядка удастся отметить дома с семьей, а кому-то встречать его придется на городских улицах, охраняя покой своих граждан. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.